друзья, хочу познакомить вас с новым продуктом от торговой марки Art Composite Medium для техники Fluid Art. Для этого мы возьмем Medium, Metallic Art Composite и акриловые краски синий, белый и желтенький для веселого настроения. Также нам понадобится полотно заурунтованное, и для того, чтобы создавать в этой технике, нужно развести медиум и акриловую краску 50 на 50. Больше ничего не нужно. У нас уже готовая есть краска, уже мы размешали это все качественно. И сейчас мы просто зальем. Заливаем в свободной технике, какая вам нравится, кто заливает там на серединку, кто заливает по бокам. Все от вашего воображения и вашего желания. Мы заливаем также в произвольном порядке и после того, как залили, нужно достаточно большое количество, чтобы полностью покрыть картину, и двигаем акрил для полного покрытия полотна. Вот у нас оно уже покрылось. Можете двигать картину настолько, как вам захочется, чтобы выглядел рисунок, но хочу вас предупредить, что рисунок будет меняться в течение часа, как минимум точно, потому что будет действовать медиум, и он будет создавать эффект мрамора, коралловой нитки, паутинки, и вы будете увидеть совершенно другую картину. Поэтому творите, используйте краски Art Composite и получайте удовольствие.